Итак, привет, мои дорогие друзья, дублер здесь, дублер с вами. Сегодня у нас уже 200 подписчиков. Поздравляю, ребята, друзья мои, спасибо большое за подписочки. Спасибо за просмотр. Король смертельных апперкотов действительно очень. И сегодня выходит наш Тайсон Фьюри. Тайсон Фьюри выходит против Дантешки Вандера. Есть такой Дантешка Вандер. Против него наш Тайсон. Неугомонный Тайсон против Дантешки. Посмотрим, на что способен этот чувачок. Пока еще проверяем. Ага. Он прямой будет усиленно бить, уже вижу. Хорош, залетел. На что? Ага, тентакли от него залетел. Еще хотел тентакли запустить. Надолго вот так хватит, посмотрим. Аккуратненько, не спеши. Боковые не попали, далековато. Кишечник. Чувачок занервничал. Кишечник ему пробиваем. Решаем, так сказать, его стаминочки, потому что он слишком настырный своими прямыми. Есть кишечник. Еще в кишечник. Ага. Хорош. Тентакли. Танцы, обниманцы еще. Кишечник. Печень. Голова. Мы видим танцоришку. Дантешку, танцоришку. Он видит, что у него не получается, что он задумал. Он начинает немножко поднервничать. Ничего страшного. У меня аудитория. Чувак, у меня аудитория 200 человек. Ты шутишь? Тайсон. Хорош. Заносим ему потихонечку. Аккуратненько заносим. Угу. Печенюха. Кишечник. Прямые усиленные от него летят. Кишечник там. И ему по печени. Ух, пробил. Прямой кишечник. И прям в танцы ушел. Ушел довольно в танцы, ребята, ушел. Танцор диска. Танцуй с кинофильма «Человек с ружьем». Жестко, конечно, сработал, да. Ничего не скажу. Будем ждать прям прямых еще же. Не спешим. Пусть он тратится. Хорош, тентакли запустил. Есть, кишечник зашел в кишечник. Доставил. Есть, еще в кишечник. Да, тяжеловато. От Дантешки. Прямые в кишечник очень опасно.
What a knockdown. You know in the corner now they're saying we're out there jumping him. You're not giving chance to breathe. Pull him, throw him, push him down, punch him in the back. Keep letting the shots go. Because you know they won't shake your leg. And that's it. I won't take cover in all. Отлетел. Это новая анимация. Отлетевший. У него по-любому прорвало. Неплохо. Хорош. Жестко, жестко. Залетают, залетают птички ему. И шешник. Зашли ему обои. Выжил, выжил. Повезло. Тентакль шнур. Couldn't finish him off in the last round. Let's see what this has in store for us. Oh, listen to me. If I knock somebody down like that, round, you know this round coming up? Хорошо, хорошо, тоже зашло. Everything, full power, because I know he's working strong. So this, you watch what you're doing. If he does it, I'll be very, very surprised. Печень. Это была печень, голова. Головяшка залетела. Кишечник. Не попали в печень. Counterfighter relies a lot on their instincts and reaction time. You've got to get in there quick to punch your opponent before he gets his fist back to the block. To beat a counter pusher, you've got to take them out of their place. Do not wait for them, because if you wait, they'll pop your opponent all night long. Тентаклишка от него залетел, конечно. Хорош, апперкотчик. Апперкотчик. Прямой в голову. Печень не попадает. Кишечник тоже. Хорош, хорош. Далековато. Хорош, хорош. Тентаклишкин. Ну давай, Тайсон, не спеши. Здесь боковой ему хорошо зашел. Ой-ой-ой-ой. Поторопился немножечко парнишка. Но он хотел это сделать. Жестко, жестко, жестко. Тентаклишка. Ага. Ух ты, пробил, пробил.
Да, да, пробил кишечник все-таки. Прямой опасный был. Страшнейший опасный. Пробил кишечник. Погнали. И спешим. Танцуй, танцуй. Довольный там. Использует все... все страшное орудие. Девонтэшки. Всю голову распечатали. Ну давай. Дом пешка. Танцуй, танцуй. Да танцевался. Использует все сильные вещества этого Валдераса. Дантышка. Хватит довольно, ему уже не больно. Хорош. Дантешка. Где же твои тентакли? Ох, ё! Залепил. Хорошо зарядил. Жалко, не попало. Перкочек хороший был бы. Мы знаем твои прямые зачеты, чувак. Ты думаешь, что все уже выучили это. Все прекрасно понимают. Но у Дантешка опасно прямые кишечник. Тентакли давно уже привыкли. Неплохо, неплохо. Хорош, подсел прям под апперкотишку на него. О, хорош, залетел. Закинул прям сильный, сильный закинул. Не попал в кишечник. Ух, у него зато залетел. Тентаклис. Выжил, выжил. Вот это да, тентаклю закинул.
апперкотчик. Подлетел под апперкотчик. Он присел как раз под апперкотчик. Ой-ой-ой-ой. Я под тентакль подлетел. Страшнейший тентакль произошла. Да, как тентаклюшка. Тентаклюшка страшнейшая была. Это было страшно, ребят, страшно. Ну, у меня большая поддержка, группа поддержки 200 человек. Тут... Это вам не шутки. Его тентакли. Опасно, да, опасно. Ну, наши кулаки опаснее. Тентаклишки хватит, довольно. Дантешки уже не больно. Все, до свидос. Дотанцевался. В труппу Цискоридзе отправили. Ишь ты какой. Ишь какой рассеянный с улицы бассейна, ребят. Страшно. Страшно, конечно, ледоришка. Страшенный. Он... Три раза он не встал, короче. Все, чувачончик. Танцевал, но я думаю, его примут в труппе Цискоридзе. Таких ребят там тоже, по-моему, берут. Ну, главное то, что он высокий, стройный. И я думаю, танцевать его. Они просмотрят вот эту видеозапись. Я сейчас выложу ее в интернет. Я думаю, мы ему поможем отправиться в труппе Цискоридзе. Анди Николай, короче. Сегодня, возможно, в понедельник, наверное, возможно, уже будет выступать на Первом канале, ребята, не прозевайте.